Посмотрите на ширину улицы. Меньше метра. Вот такая красота. А я сижу на улице Гарибальди с подружками и не только. Ну что, класснючая Венеция, хорошая архитектура, приличные люди, специфичные, потом расскажу. Есть вот такие широкие улицы, это там, где не вода, а есть вот такие. Ну вот, такое хотела вам показать, необычно, видите, полоска неба. Вот такая красота в 9 вечера. Гуляем по Венеции. Утром Варна, потом София, потом Рим. А вечер Венеции. Как вам такой денек? Ну, бывает. У меня всегда так. Главное, что это неожиданно и сюрпризно. Обнимаю вас любовью, Венеция. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Потом вернемся к римским каникулам. А сейчас Висконти. Помните? Ну, не хочу говорить, пусть будет праздник Венеции. Луки на Висконти.